Здравствуйте. А сегодня я хочу связать ворчуна из Белоснежка и семь гномов. Гнома ворчуна. А лицо у него вот такого цвета, слегка розового, слегка бежевого, кремового. Там выбирайте уже сами. Можно телесный какой-то, кремовый. У меня вот такой розоватый. Шапка, штанишки у него коричневые, сюртук его вот такой вот красный и бежевые башмаки. Ну, белая борода еще там, брови черные, ремень черный. Это уже как бы по мелочи, то, из чего мы вяжем, как бы вот в основном вот эти вот цвета. Итак, начнем с головы, с лица, поэтому мы будем вязать вот этой вот светлой ниткой лицо. Пряжа 250 метров, 100 граммах, полушерсть и крючок 2. Итак, петля амигуруми. В петлю амигуруми вяжем 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Затягиваем и проложим маркер. Дальше продолжаем вязать по 2 столбика из каждой петли. Получим 12 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11, 12. Провязали следующий. Продолжаем вязать. 1 столбик из одной петли, 2 столбика из второй. 1, 2. Снова 1 столбик из одной петли, 2 столбика из второй. 1, 2. И повторим так до конца несколько раз. Связали. Следующий у нас будет еще 24 столбика ряд провяжем. И потом еще 3 ряда по 24 столбика. Вяжем 1 и 2 столбик из одной петли по одному. И 2 столбика из одной петли оба. Дальше 1 столбик из одной петли, 2 из второй петли, из третьей петли 2 столбика. Еще раз 1 столбик, 2 столбик и 2 столбика из третьей петли. 1, 2. Так вяжем до конца ряда. Получим 24 столбика. Вяжем 3 ряда по 24 столбика в каждом ряду. Вяжем. Провязали 3 ряда. Вот я провязала по 24 столбика. Теперь мы сделаем так. 3 столбика из одной петли. 1, 2, 3. Дальше вяжем 1, 2, 3 по одному из каждой петли. Дальше вяжем 2 столбика из одной петли. Снова теперь 1, 2, 3 по одному из каждой петли. И опять 2 столбика из одной петли. 1, 2. Теперь снова вяжем 1, 2, 3 столбика. По одному из каждой петли. Теперь 3 столбика из одной петли. 1, 2, 3. Провязали. Дальше продолжаем 3 столбика по одному из каждой петли. 3. 2 столбика из одной петли. 1, 2. Снова 3 столбика. 1, 2, 3. По одному из каждой петли. И 2 столбика из одной петли. 1, 2. И заканчиваем ряд 3 столбика по одному из каждой петли. 1, 2, 3. Провязали. Следующий ряд вяжем. Так, 1 столбик из одной петли. Дальше 3 столбика из одной петли. 1, 2, 3. Теперь вяжем 5 столбиков. 1, 2, 3, 4. 4, 5 по одному из каждой петли.
Дальше 2 столбика из одной петли. 1, 2. Теперь вяжем 4 столбика по одному из каждой петли. 3, 4. Дальше 2 столбика из одной петли. 1, 2. Снова 4 столбика. 1, 2, 3, 4. По одному из каждой петли. И 3 столбика из одной петли. 1, 2, 3. Теперь 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5. По одному из каждой петли. 2 столбика из одной петли. 1, 2. Дальше 4 столбика. 1, 2, 3, 4. По одному из каждой петли. И 2 столбика из одной петли. 1, 2. Заканчиваем ряд. 1, 2, 3 столбика по одному из каждой петли. Четвертый у нас был в начале связан первым столбиком. Итак, получаем вот такую вот слегка расширяющуюся в две стороны. Вот сюда вот больше, чем вверх и вниз, такую вот детальку. Теперь вяжем по одному столбику из каждой петли. 6 рядов. Вяжем. Итак, 6 рядов по 40 столбиков в каждом ряду я провязала. Теперь вяжем так. 1 и 2 столбик провяжем вместе. 1. 1 и 2 столбик провяжем вместе. 2. И 1 и 2 столбик провяжем вместе. 3. Дальше вяжем. 1, 2, 3, 4, 5. По одному из каждой петли. 2 столбика снова провяжем вместе. Теперь опять. 1. 2, 3, 4, 5. И снова 2 столбика провяжем вместе. И теперь еще раз 2 столбика провяжем вместе. И еще раз 1, 2 провяжем вместе. Да, 3 раза по 2 столбика провязали. Теперь снова вяжем 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7 по одному из каждой петли. Дальше вяжем 2 столбика вместе. И дальше вяжем по одному столбику из каждой петли до конца ряда. 3, 4, 5, 6, 7. Провязали. Провязали ряд. И еще теперь следующий ряд. Первый и второй столбики провяжем вместе. Дальше вяжем 1, 2, 3, 4, 5, 14. По одному из каждой петли. Дальше вяжем 2 столбика вместе. И продолжим вязать по одному столбику из каждой петли до конца ряда. Мы получим в этом ряду 30 столбиков. И провяжем еще 6 рядов по 30 столбиков в каждом ряду. Вяжем. Итак, вот 6 рядов я связала по 30 столбиков. Теперь мы начнем убавлять. Для этого вяжем 1, 2, 3 по одному из каждой петли. 2 столбика провяжем вместе. Снова 1, 2, 3 по одному из каждой петли. И опять 2 столбика вместе. Так вяжем до конца ряда. Итак, я провязала ряд до конца и наполнила холофайбером. Можете сейчас не наполнять, наполнить после следующего ряда. Но я наполнила, когда мне удобно. Поэтому вы решаете сами, когда вам наполнять. Как правильно наполнять и потом вязать после того, как наполнили, чтобы дырочки не были слишком большими. Смотрите ссылку под видео. Итак, вяжем 1, 2, по одному из каждой петли. Дальше вяжем 2 столбика вместе. Снова 1, 2 по одному из каждой петли. И опять 2 столбика вяжем вместе. Так вяжем до конца ряда. Провязали этот ряд. Следующий ряд убавлять продолжаем. Вяжем 1 столбик из одной петли. 2 столбика провязываем вместе.
снова один столбик из одной петли и опять два столбика провязываем вместе. Вяжем до конца ряда так. Провязали ряд. Следующий ряд вяжем все столбики парами. По два столбика вместе. Один раз. Два столбика. Два столбика вместе. Второй раз. И так до конца ряда вяжем. Провязали. Теперь все столбики соберем пучком. На крючок надеваем основание столбиков. И закроем их все одной петлей. Провязали, закрыли, отрезали нитку. Спрятали кончик внутрь. Маркер пока оставим. Вот такая вот макушка головы. И вот такой вот у нас вот подбородок есть вот тут вот. После того, как наполнили холофайбером. И вот такие вот у нас вот есть щеки. Выбираем верх и низ. Я думаю, что низом должен быть, вот если у нас маркер будет с этой стороны слева. Держим маркер слева. И тогда вот тут вот, где у нас шли убавки, это вот будут края наших щечек. И поскольку он у нас ворчун, значит, он у нас такой себе злой немножко. Поэтому лицо ему мы будем формировать с учетом этого. Для этого нужно взять вот, возьмем иголочку такой подлиннее немножко и заправим нитку в иголку такого же цвета, как само лицо. Делаем узел. Провязали. Теперь вот нужно, раз у нас вот тут вот сбоку получается щека, нам вот тут вот у нас внизу получится, вот щеки по бокам смотрим, чтобы были симметрично, внизу будет вот тут вот где-то пришиваться шея. Поэтому сейчас вот нужно отсюда завести иголочку и заводим ее вот так вот на вот тут у нас закончился вот эти три ряда по прямой, и потом начали мы расширять вот от этого где-то 1, 2, 3 вот так немножко почти на серединку и вот так немножко вниз вот сюда вот как бы в нижней части вот этого вот бугорка, вот как и здесь вот в этой бы будет части, так вот тут вот в этой вот мы вот так вот немножечко туда дальше и немножечко не кверху, а к низу так сюда чуть-чуть. Хватим за основание столбика и выйдем сюда вниз, вот где мы заводили узелок наш. Вот он туда убежал, а мы теперь вот так сюда выйдем. Вот так вот. И подтянем вот так немножко вниз. Вот это вот его недовольное лицо. Уголочек рта. Вот так закрепим ниточку, подтянем, вот так держим и закрепим нитку. Тут вокруг столбика обвязали, чтобы она не убегала. Теперь вот так сюда снова заходим и в этот теперь нижний уголочек, вот так вот прямо возле маркера, вот так вот тоже захватим нитку, вот так за основание столбика и тоже выйдем сюда в центр. Вот так поможем, прижмем немножечко, он лучше прижмется. Вот так вот прижмем уголочки рта вниз. Закрепим опять здесь ниточку, чтобы не убегал. Можно два раза туда-обратно пройти, тоже закрепится нитка. Можно здесь вокруг столбика обвести, тоже закрепится ниточка. И вот теперь нам нужно снова выйти в эти уголочек рта. В уголок выходим. И вот тут вот. И теперь вот тут из этого вот уголка рта снова мы выйдем вот так вот. Если вот смотреть по маркеру, то вот напротив маркер, вот так вот, если отвести вот так сюда, мы поднимемся с этой точки 1, ну пусть это точка 1, 2, 3, вот в четвертую
сюда петлю, вот где-то вот на палец выше, что ли, от маркера, вот так вот на палец выше, вот сюда. И здесь также вот маркер тут, вот мы где-то вот так вот поднимемся. То есть вот тут остается центр, вот если смотреть от кончика рта, ну, вот так вот, если вот прям по прямой, тоже выйдем сюда. То есть вот смотрите, вот так вот чуть-чуть вперед, как бы уголочки рта остаются внизу, а мы поднимаемся чуть-чуть вот сюда наверх. Теперь здесь вот так через один столбик вышли в дырочку сюда, через одну дырочку вот так сюда возвращаемся обратно. Это мы здесь выделим, вот тут вот место для глаз ему вот так вот будет. Его нам нужно выделить немножко. Мы его так подтянем. Щеку, которая возле глаза. Вот теперь туда, где у нас зашла нитка, мы снова выходим и подтянем вот так разочек. И еще раз через одну вот так сюда, ближе к центру. Продолжим. Вот так подтянули с одной стороны. Вот теперь выйдем снова сюда в уголочек, откуда иголочка зашла, вот закрепим, как бы вот этот зафиксируем. И теперь переходим на эту сторону. Делаем точно так же, вот как бы на палец от маркера вот сюда вот выведем. Сейчас в этом ряду, вот что у нас прошиты, и вот сюда вот на палец от маркера в сторону. Вот сюда вот выводим. Нитку. Вышли вот так сюда, закрепим тут нитку, чтобы не стянулась. Она у нас. И вернемся теперь уже в этот уголочек рта. Маркер теперь можно убрать, чтобы не мешал он. Вот, мы подтянули первую, сделали втяжечку такую. И теперь снова выходим вот в эту точку, где мы зашли. Через одну вперед вот сюда и снова в уголок. Подтянули. Раз. И еще раз точно так же. Чуть выше. Выходим. И вот так еще на полтора и сюда вот в уголок. Смотрим, чтобы это было симметрично. Может быть перекрученные рядочки немножко, но чтобы не было перекоса. Мы сейчас вот эту, если подтянем, вот вроде бы у меня ровно. Значит, вот смотрим, чтобы было ровно после того, как подтянем. Если что, может быть, не через одну, а следующую дырочку просто сделайте подтяжку. Вот. Вот такая вот получается вот место положения для глаз. У нас вот такие вот уголки рта, которые у нас опущены вниз. Вот у нас рот вот такой вот у него. Уголки рта опускаются. Вот тут вот у него должен быть нос. Поэтому тут, где должен быть нос, мы их выйдем еще раз вот сюда в уголок глаза и сделаем ему переносицу. Давайте, так будет удобнее. Вот так сюда через один захватим и сюда тоже вот так вот через один ряд. Вот так подтянем их навстречу между собой. Придерживаем рукой, чтобы понимать, что мы делаем, чтобы видеть, что получится. Вот так вот подтягиваем. Немножко вот тут вот такая переносица образовалась. Все. Выше мы не будем пока идти. А вот сюда, вот тут вот, где вот немножко ниже вот от этого, вот где глаза шли, один, два, вот третий. Вот прям посерединке вот так вот как бы вдавим ямку ему наоборот. Не бугорок, не нос сделаем, а сделаем ямку. Захватим вот так сюда, например. И подтянем вот так через одну напротив переносицы, видите, вот так вот дырочка, и выходим туда в самый низ. Вот так немножко втянем ему вот тут, где должен быть нос. И заходим снова сюда. И сделаем то же самое, только теперь вот из этих уголков. Вот из уголочка, где мы перетянули вот эту вот ямочку сделали. Мы теперь опустим вот так сюда и почти вот сюда вот к самому низу вот как бы рта, где будет рот проходить. Может быть не сильно низко. Вот на том ряду, где прошита ямочка, вот сюда вот нужно к этому рядочку вот так вот прийти. И выходим в центр. Здесь нужно втянуть ямку сделать вот в этом месте, где нос должен быть. Мы делаем ямку, потому что нос мы отдельно свяжем и положим в эту ямку. Поэтому вот не бойтесь делать здесь хорошую ямку.
для того, чтобы сюда лег нос. Вот так подтянули. И вот еще на этот же ряд, только вот сюда, в эту сторону, теперь то же самое сделаем еще раз. Вот так вот прижмем. Вот мы образовали вот тут такую ямочку для носа. Это у него подбородок такой. Он остается у нас внизу. И нам нужно сейчас связать нос. Пока мы на этом закончим, здесь закрепить можно просто нитку. И пока ее можно даже оставить тут на месте, не отрезать и не убирать иголку. Просто закрепим, чтобы больше не стягивало и чтобы не растянулось то, что мы затянули. Вот так оставим. Вот. И сейчас свяжем нос. Нос мы свяжем тоже из этой же пряжи. Потом его просто темненькими, более румяными или тенями для век подкрасим. Нос мы вяжем отдельно, вяжем петля амигуруми. В петлю амигуруми 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. У ворчуна нос большой, поэтому мы его будем вязать побольше, чем вязали у счастливчика. Маркер проложим, давайте тоже. Вяжем по 2 столбика из каждой петли, следующие 12 столбиков провяжем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11-12. Провязали. Дальше до 18 увеличим. 1 столбик провязали, 2 столбика из одной петли. Опять 1 столбик провязали и снова 2 столбика из одной петли. 1, 2. Опять 1 столбик из одной петли и 2 столбика из одной петли. Вяжем до конца ряда. 18 столбиков провязали и еще один ряд. 1 столбик из одной петли, 2 столбик из одной петли, 2 столбика из третьей петли. И так вяжем до конца ряда. 1 столбик, 2 столбик, 2 столбика. 1 столбик, 2 столбик, 2 столбика. Мы получим 24 столбика в этом ряду и провяжем 5 рядов по 24 столбика. Вяжем. Провязала я 5 рядов по 24 столбика в каждом ряду. И теперь мы будем убавлять. Для этого провяжем вот так 1, 2 столбик по одному из каждой петли, дальше 2 столбика вместе. Снова 1, второй по одному из каждой петли и 2 столбика провяжем вместе. Так вяжем до конца ряда. Провязали ряд, следующий ряд продолжим убавлять. Вяжем 1 столбик из одной из петли и 2 столбика вместе. Снова 1 столбик из одной петли, 2 столбика вместе. Так вяжем до конца ряда, наполним нос холофайбером. Вяжем. Провязали ряд до конца, теперь парами убавляем все, закрываем все столбики по 2 вместе. И потом все вместе соберем пучком. Закрыли, провязали все пучком, закрыли, отрезали нитку подлиннее, чтобы можно было пришить. Вот такой вот получили конкретный нос. Итак, вот такой вот нос у нас получился, и теперь мы его можем пришить. Пришивать его нужно вот так вот к этой переносице, вот к этой части, вот которая у нас осталась вот тут повыше. И, собственно, можно закрепить булавочками, а можно вот так вот сразу прихватить вот в серединку прямо этой вот части, за центр прихватываем, и вот эту подтягиваем сюда, это. И теперь просто вот эту вот часть пришиваем
прямо вот к этой точке. Чуть выше, видите, мы берем вот этот нос, что мы вязали, вот, и прихватываем за вот эти вот столбики, которые у нас вот выступают на переносице еще. Вот так еще одну возьмем и захватим сюда вот так. Вот так подтягиваем. Вот видите, он почти по прямой пришился. Вот тут вот крайний еще можно прихватить, я его не пришила. Самый крайний вот этот ряд. Столбик, вернее, и вот тут самый крайний вот этот вот тоже надо пришить его. Вот так вот подтянули. Вот. Получается, мы вот тут вот как бы по прямой перешли сюда. Вот так вот пришили его прямой линией. Вот, а сейчас нам нужно здесь сформировать такие вот как бы две ноздри. Вот так вот выдавить, видите, вот так сюда и сюда. Поэтому вот нужно закрепиться теперь вот за вот эту вот часть. Вот тут вот возле носа, прям вот тут вот. За столбик закрепим ниточку. Вот так. Выйдем вот тут вот в первом столбике сюда. И вот как бы насквозь вот мы здесь закрепили, сюда вышли. А теперь нужно вот так вот сюда пройти вверх. Выйти можно, в принципе, вот сюда вот, в этот, где губа должна идти, вот под носом у нас получается вот тут вот линия. Мы можем вот так сюда выйти, куда иголочка выходит. Нам нужно вдавить нос. А рот это здесь вот можно его, видите, использовать тоже как бы за точку, которая нам поможет втянуть носик, вот эти вот ноздри. Вот теперь выходим опять сюда. Нос держим по прямой, а выдавливаем вот так вот, видите, вот эти вот немного формируем. Можно не делать этого, можете оставить вот такой круглый нос, он в принципе тоже нормальный. Если сложно для вас вот это выдавливание, можете не выдавливать его. Ну, вот таким вот способом мы немножечко ему рисуем. Здесь заодно вот полоску рта рисуем, как бы захватывая столбики, а здесь вот протыкаем, выходим дальше. Вот, и нам нужно вот так вот, видите, вот такой вот выдавить ему. Поэтому вот так вот продолжим сюда. И вот так через край можно уже практически вот пришить его вот так вот. Вот носик, чтобы поднимался, но вот эта часть вот ноздрей, чтобы она была вот так прижата. И теперь переходим на эту сторону. Вот так сюда в начало тоже. И сделаем точно так же с той стороны. Вот. Вот такая вот ноздря и вот такой большой вот сливой такой нос у него. Вот. Здесь то же самое делаем. Вот так вначале закрепим ниточку вот тут за столбик, чтобы захватить ее, чтобы она не убегала и держалась хорошо, и от нее и прижимала нам. Вот. И начинаем вот так вот тоже. Вот смотрим, как мы вот тут делали. Вот. Намечаем для себя, что мы хотим выглядеть, чтобы она выглядела вот так вот. То есть вот линия должна пойти сюда, значит, я вот сразу сюда вот и вдавливаю. И выхожу вот так сюда, где-то вот как там, в уголочек рта чуть выше. Начинаю еще заодно рот формировать. Вот как здесь, видите, линия рта получилась. Здесь тоже сделаем такую линию рта. Она нам поможет втянуть ноздри. Вот так вот мы прошили обе половинки
обе ноздри. Вот так выглядит нос. Вот тут вот эту теперь иголочку нужно вывести вот сюда, в уголочек рта. Нам еще здесь нужно будет делать губу и пришивать ее потом. Поэтому, если здесь нитка еще есть, то можно ее сюда перетянуть. У меня коротковато, но тем не менее. Вот, теперь вот кончик носа можно подправить, чтобы он был ровненький, симметричный. Можно подтянуть сюда немножко холофайбер, если не хватает. В ноздри немножечко. Туда изнутри. Ну, в принципе, этот... Тут, что есть достаточно. Ну, вот такой вот носик у нас. И теперь вот нужно, чтобы вот эта вот часть так чуть-чуть приподнималась. Следите за этим, не пришиваем. Вот тут вот,